Сотрудница кассы железных дорог в Лондоне умерла после того, как на нее плюнул зараженный коронавирусом пассажир. Об этом сообщает издание The Guardian. Утром 22 марта 47-летняя Бели Муджинга Бели Маинга работала в зале на станции Виктория. К ней и ее коллеге подошел мужчина, который сказал, что болен новой коронавирусной инфекцией, плюнул и кашлянул на кассирш. Через несколько дней после этого обе женщины заразились коронавирусом. Муджингу госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля женщина скончалась. Ее коллега сообщила, что они работали без защитной экипировки. Работодатели Муджинги знали, что у нее были проблемы с органами дыхания, но все равно настаивали на том, чтобы она работала в зале и взаимодействовала с пассажирами. Они заставили ее вернуться к работе, даже несмотря на то, что ее буквально трясло после инцидента с плевком. По словам коллег Муджинги, руководство не разрешало пользоваться защитными масками. Управляющий директор Южных железных дорог и компании Gatwick Express Энджи Долл сказала, что безопасность пассажиров и сотрудников ставится на первое место. «Мы следуем последним рекомендациям государства. Мы призываем людей ездить только если это абсолютно необходимо», — сказала она. Из-за связанных с коронавирусом ограничений на похоронах Муджинги были всего 10 человек, включая мужа Каталая и 11-летнюю дочь Ингрид. Ранее сообщалось, что водитель Юбы из Лондона скончался от коронавирусной инфекции после того, как пассажирка несколько раз кашлянула в его автомобиле. Перед смертью мужчина отправил родным текстовое сообщение, в котором рассказал, что ему страшно, и попросил семью молиться за него. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ничего важного.